Уважаемые, я, во-первых, вас всех приветствую. Усадьба Середняковая вновь принимает разумных от народа и принимает в тот момент ответственный для всего человечества, в котором происходят не просто глобальные изменения, а изменения, которые становятся очевидными для всех живущих на этой планете. Это изменения заповедованы пророками, заповедованы теми, кто стал в основе небополитики как системы миропонимания, предлагающей сегодня всему миру модель общего будущего, в котором заложены основы чаянные людьми на всей планете. И мы говорим о том, что сегодня небополитика становится неким консолидирующим средством производства этого резонанса, этого камертона, звучащего как нечто небывалое, что отзывается в генотипе не только русского человека, но и человека во всем мире, который способен воспринять себя созданным по образу и подобию. И мы сегодня за этим столом собрали, самовыдвиженцев, представителей тех цивилизаций, которые должны ответить на вызовы мироздания. Это не вызовы даже цивилизации, это вызовы, которые порождены отношением человека с законами небесными, с теми законами, которые, безусловно, действуют и не зависят от воли человека. Но воля человека определяет гармонию отношения его с этими законами. Насколько в сегодняшний момент получится соответствовать этим законам, настолько и общее будущее будет соответствовать этим чаяниям цивилизаций планетарных своим ожиданиям. И мне хотелось бы в начале нашего сегодняшнего действия сказать, что все это действие нацелено на то, чтобы сконструировать это общее будущее в параметрах нашего отечественного представления о том, что происходит. И чем более ближе мы будем к оценке происходящего, тем более достоверными могут быть наши предложения принимающим решения о тех или иных действиях. И в этом смысле это не игра, как, казалось бы, принято понимать под игрой. Это скорее и есть то самое конструирование будущего, о котором мы говорили, что мы здесь создаем музей конструирования будущего. И то, что сегодня вы все увидите, это и будет тот самый главный экспонат этого музея конструирования будущего. Потому что неживые экспонаты, они, конечно, интересны, к ним интересно прикасаться, но мы понимаем, что будущее сегодня зависит исключительно от каждого из нас. И от того, насколько каждый из нас сумеет принести в это общее будущее свою способность соответствовать самому себе. И это самое важное, что вообще из нашей игры должно следовать. Но тем не менее мы сегодня за этим столом видим наших коллег, которые действительно представляют важнейшие отрасли, представляют в том смысле, что их оценки происходящего стали животрепещущими для очень многих в нашей стране и за рубежом тоже, потому что исполняемость их оценок потрясающая, и я имею в виду процент исполнения. И в этом смысле этот наш сегодняшний круглый стол, это наша сегодняшняя игра, она все больше и больше начинает приближаться к этому образу и подобию, о котором мы уже много говорим, как
этому пространству подобному, подобному мирозданию. Чем ближе и больше мы становимся этим самым соединением людей, конструирующих из самих себя и в своей вовлеченности, в своей способности оценивать те или иные отрасли бытия человеческого, тем ближе возможность именно в этом небольшом круге людей становиться конструкторами, конструкторами, которые будут производить эти образы, и эти образы будут транслироваться на все человеческое мироустройство. Я вас всех приветствую, я вас всех поздравляю и предлагаю сосредоточиться на этой очень интересной работе, которая нам с вами сегодня предстоит. Друзья мои, непосредственно к игре. У нас по сравнению с прошлым годом поменялись названия проектов. Раз. Второе, по сравнению с прошлым годом у нас поменялась рассадка, и она соответствует тому цветовому набору, с которым мы пришли к этой игре. Что касается непосредственно состава участников, почему были выбраны именно такие имена, и почему именно они сегодня играют за красным столом истории, я прошу дать комментарий Андрея Петровича Девятого, а потом Михаила Леонидовича Хайзена. Пожалуйста, Андрей Петрович. Надо начать с характеристики эпохи. В августе 2018 года по Григорианскому календарю мир вступил в переломный этап истории, которую мы знали. С 11 августа после солнечного затмения в новолунии старый мировой порядок посыпется. И задача волхвов, задача тех, кто может заглянуть в будущее, состоит в том, чтобы дать подсказку регулярным властям, а также и духовным властям о том, что делать можно, а что нельзя. Что будет в резонансе с космическими основаниями, а что будет безуспешными попытками остановить рассвет. Это то, что происходит на космических основаниях. Оно вполне очевидно на земных основаниях под названием финансовый кризис, мировой финансовый кризис, кризис индустриального общества, расширенного с производства капитала, кризис индустриального общества безудержного потребления материальных благ. Если говорить о технологии этого ощупывания будущего для того, чтобы хоть как-то посмотреть, а что впереди, разумные от народа, есть такая категория, есть там Академия наук, есть власти, значит, есть спецслужбы, есть еще там, знаете, всякие, значит, официальные структуры. А есть разумный от народа. Откуда? А вот из народа. Вышли мы все из народа. Дети семьи трудовой. Ну, не буду ерничать. Вернусь к тому, что технология, которая была опробована в 2004 году, она за прошедшие годы подтвердила, практикой подтвердила, а практика лучше критерийна, что эта технология работает. Она дает возможность ощупать будущее.
и посмотреть, как в динамике игроки большой игры могут прийти к результатам, которые они хотят или не хотят. Почему речь идет о карточной игре бридж? Когда американские умники, в скобках Дзержинский, рассказали остальным умникам, что политика – это вопрос власти. Это то, что происходит на великой шахматной доске. Это двоичный подход, черный и белый. Белый начинает выигрывать, захват инициативы. Шахматная схема. И эти шахматные схемы – это двоичность. А она адекватна тому, что происходит на Земле. Потому что диалектика – это все то, что на Земле. А на небе? На небе гармония. На Земле борьба противоположностей. Черный и белый. Труд, капитал. Мужчины и женщины. Единицы и нули цифровой экономики, а на небе гармония. А какая игровая модель, известная всем на Земле, более или менее адекватна этим самым космическим основаниям? И это карточная игра. Почему? 52 карты. 52 карты – это 52 недели. Речь идет о времени на Земле, о пространстве. А на небе – о времени. Восходы и закаты. Приливы и отливы. 52 карты – 52 недели – это время. Два джокера – это не системные фактор от людей, которые могут вмешаться в то, что называется проведение и выбором этим, значит, политическим, могут повернуть ситуацию не очень сильно, но в том плане, что от точки, которую нельзя миновать, там, где складываются волны, от точки предопределения до следующей точки предопределения можно идти разным путем. И это джокеры в руках людей. Этот выбор есть. То есть от одной точки предопределения до другой точки предопределения можно пройти разным путем. Дальше четыре масти. Это опять же то, что в природе можно наблюдать. Это четыре стороны света, четыре времени года. В шахматах этого нет, в картах есть. Разделив колоду в 54 карты разной величины и разного достоинства, получилось 6 мировых проектов. Каждый по 9 карт. 9 – это предел натурального числа. То есть сама математика карточной игры
она адекватна невидимым основаниям, которые каббалисты называют закон мироздания. Поэтому розыгрыш идет нами, не обвалить, по схеме карточной игры. Карточные игры в бридж. Почему в бридж? Бридж – это мост. Мост в будущее. Почему не в другую игру? Исключая очень длинные объяснения, скажу лишь или сошлюсь на то, что мировая закулиса, те, которых принято называть сильным миром сего, они, все до исключения, являются мастерами игры в бридж. Черчилль, Тэтчер, Дэн Сяопин, Билл Гейтс, другие. Почему так? Потому что только в игре в бридж можно, имея плохие карты, для того, чтобы избежать полного краха, преднамеренно играть на поражение. Ни в одной другой игре этого не предусмотрено. Только в бридже. Имея плохие карты, можно играть для того, чтобы избежать полного краха, можно играть на небольшой проигрыш. До следующего кона, до следующей раздачи, с тем, чтобы на других картах, с другими партнерами, можно было бы восстановить проигранное и перейти к выигрышу. Теперь почему рассадка такая? В шахматах там черные и белые. Это борьба противоположностей. Белый начинает выигрывать. Все. Вся внешняя политика, Министерство иностранных дел, значит, она все время играет, значит, сеанс одновременной игры, значит, в шахматы. Вот тут везде СМИ, значит, российско-американские отношения, значит, какие-нибудь российско-китайские отношения, значит, еще какие-нибудь там все время двоичные. Сеанс одновременной игры, значит, на многих досках. Можно играть и в шахматы, если сеанс одновременной игры за себя играет гроссмейстер. Можно ли сказать, что министр иностранных дел Лавров – это гроссмейстер большой игры? А большая игра – это не мы придумали. Это термин, который ввел Киплинг. Да. И вот эти вот ребята, в хорошем смысле слова, играют все время в эти шахматные партии. И как-то не понимают, почему так происходит. Тут раз и не выиграл, а проиграл. А вроде как хорошо играют. Возвращаемся к, значит, к карточному столу истории. За карточным столом истории мы сели по радуге. Радуга – это природный расклад света. Призма. Это естественные основания, не придуманные, не от людей.
красный. Каждый охотник желает, мы знаем, где желает, знать, мы знаем, где знать, где голубой сидят за. Черный – это цвет космоса. Белый – это цвет того света, того, чего не видно. Посмотрите на флаг. На флаг. Белый – это цвет того света. Это мир невидимый. И вот этот белый свет, он раскладывается на радугу. И в описании символом завета, завет между небом и землей, выступает радуга. И радугу в облаке полагаю, как символ завета между мной и вами. Вот мы так и сели по радуге. Имея основание так сесть. Теперь о смысле того, что должно произойти. Карточная схема на 6 по бриджу дает возможность показать кино. То есть динамику взаимодействия. Это высокая социогуманитарная технология. Ощупывание будущего. Для этого китайский проект должен играть за китайский проект. Он должен быть нацелен на выигрыш с теми картами, которые у него есть. Мир ислама. Взявшись, так сказать, в новом коне строит красный государственный политический халифат, он должен объяснять эти ходы, потому что он знает, чем должно завершиться игра для него, для этого проекта, в его победе. И эта победа для мира ислама – это государственный, красный, тюркский халифат. Где? В Стамбуле. Кто выражает? Эрдоган, Турция. Почему? Потому что черный, совершенно запрещенный, злобный, исламистский, джихадистский и прочие эти придуманные слова, значит, вариант не состоялся, а это был предыдущий кон. Кто сломал черный халифат исламского государства Ирак и Левант? Кто? Известно кто. Наследники Рима. Они сломали. И Москва, Третий Рим воткнулась 30 сентября 15 года. И оттуда никак выбраться не может. Китайский проект был красным, стал оранжевым. Китайская мечта. Возрождение. Сильно пожелтел красный Китай. А он пожелтел потому, что речь идет о социализме с китайской спецификой новой эпохи. А китайская специфика, она какого цвета? Она желтая. Это китайский национал-социализм. Это китайский национал-социализм. Вот о чем мечтает Китай. И он несет проект глобализации по-китайски, который называется «Сообщество народов. Единая судьба человечества». Хозяин игры
Это «Сыны Завет», «Аня» где? Они в Лондоне. Это союз денег с концептуальностью, с картиной мира. Которые этот самый будущий мир видит как царство священников и народ свят. Каких священников? Раввина. Какого народа святого? Евреи. Каких евреев? Не всех. Речь не идет о сухих ветвях древа Израиля. Речь идет о тех евреев, которые сохранили завет, а Британия – это земля завет. Поэтому сейчас голубой проект «Сынов Завета» – это связка новых, молодых принцев. В отличие от старых принцев. Старые принцы – это Чарльз, там, Эндрю и так далее. А новых принцев? Новые принцы – это дети Дианы. А Дианы, Спенсер – это Мальборо, это Стюарт. Это шотландская вещь. Шотландские братства. Вот эта связь сейчас решается. Будет она или нет, победят – нет. И когда тут рассказывают про какие-то дела Скрипалей, и это всего лишь ярлык какой-то, торговая марка, за которой стоят концептуальные вещи. Ну, значит, синий проект нового Вавилона. Это не оконы вместе с трансгуманистами. И они реально и будут побеждать. Потому что у них есть то, на чем можно побеждать. Потому что у них в Новом Вавилоне преимущество технологическое. Шестой технологический уклад – это в их руках. Искусственный интеллект – это у них. Цифровая экономика – это у них. И попытки, значит, наших копировальщиков, и мы с вами, ни к чему хорошему не приведет. А президент Трамп прямо говорит: слушайте, это не ваше, идите вон туда, вот мы санкции введем, вот, и не надо нам, вас не надо, мы без вас выйдем в этот самый новый мир через технологическую революцию, биг-конвергенцию, через трансгуманизм, и они победят. И все, что делает Трамп, это делается для того, чтобы отсечь. Вам, китайцы, санкции, чтобы ваша торговля была нерентабельна с американцами. Вот зачем это делается. А вам, дорогие россияне, санкции, чтобы вы и не совались туда. Потому что у вас этого нет. У вас чего есть? Танк «Армата». А танк – это что, Первая мировая война? Вы и до сих пор в танк! У вас ракета какая-то есть. «Сармат». А когда Советский Союз дал дубу, у вас этих ракет было больше, чем сейчас. И танков было больше, чем сейчас. И самолетов всяких было больше, чем сейчас. А Советский Союз рухнул. А вы до сих пор хотите выиграть на военной силе.
А речь идет об информационном обществе. А они там все за дело. Китайцы будут выходить, известно как, через двухконтурную систему валютную. А что остается России? Деградация. Деградация. Удержание. Третий Рим. Там Кармата. Правда, прошли сообщения, что не взят на вооружение. За ненадобностью. Ну, дошло. Значит, зачем вкладывать деньги в то, что не нужно? Т-72 ничем не хуже, чем Тар Кармата. Он также замечательно жгется, но поле боя нет, уже есть город боя, а в городе боя, значит, танк убивается элементарно, понимаешь ли. Это железная коробка, которая просто горит и все. Вот какая картина. Поэтому вот мы сели тут, разложили карты по-новому, переименовали игроков. Почему переименовали игроков? Да потому что время изменилось. Теперь про неополитику. Это главный вопрос власти. Это на чем я должен сейчас сыграть. Вот меня из китайского угла пересадили играть за новую армию. Сказал про черный интернационал. А? Не, ну черный национал, он начинает и заканчивает. Так что да. Да, значит. Вот скажу. Значит, изначально. Неополитика. Что такое неополитика? Неополитика — это вопрос власти. Значит, регулярная власть индустриального общества. Да и до индустриального общества. Это войск. Это принуждение. Это полиция и тюремная стража. Вот что это такое. А это законная власть. Вот выборы. Выбрали кого-то, значит, там рассказали, что вот это хорошо демократия, там какие-то партии, ну, это не важно. Значит, выбрали кого-то. Значит, вот. Это законная власть. А над ней какая власть? А над ней власть не от мира сего. Это власть владык. Когда вдруг выяснилось, что наличие стратегических ракетных войск, огромного числа атомных подводных ракетных, значит, но этих самых лодок, значит, тысячи танков и прочее, оно не сохранило союз нерушимой республики свободы. Почему? Потому что была выдернута та самая скрепа, которая не от мира сего. Это была красная вера, это не важно, какая вера. Вера была выдернута. А владыки говорят, а теперь мы, наша власть выше вашей. Кирилл, наше святейшество, говорит, это у вас там эти арматы с арматы? Ну, так и вот и вы уже и раньше имели это все. Когда выдернули красную веру, у вас ничего не осталось. Теперь мою веру берите. Ну, а тут говорят, а есть и другие еще, там, вот, там, таджудины, наджудины, значит, говорят, и мы тоже. Вот, и появляются еще какие-нибудь там замечательные буддисты, вот, там, коленку свою поют, значит, там и так далее. Ну, иудеи, естественно, значит, к стене плача подводят,
некоторых пытались подводить, их все никак не пускали. Значит, я рассказываю, как Дмитрий Анатольевич Медведева, когда он был президентом, значит, пытались подвести к стене плач, он все никак не мог туда подойти. Значит, ну вот все никак его туда не пускали. Как замечательно, значит, нашего Владимира Владимировича Путина на третий раз завели, только к стене плача. Ну не про вас это, у вас арматы, сарматы, там, ну и ладно, вот вы имя размахиваете, а это не про вас. Пропустим эту часть. А не политика где? А не политика – это власть от неба. А эта власть не от владык. Эта власть не от стены плач. Эта власть не от Афон. Эта власть не изменки. Это власть приливов и отливов. Это власть энергии космоса. Это власть резонанса с теми вещами, которые каббалисты называют закон мироздания. Мы, конечно, очень дерзко, безобразно, значит, нагло сказали, что мы чего-то там в этих резонансах поняли. Какие-то волны ущучили. И эти волны вроде бы можем каким-то образом технологиями инкогнито запускать. Ну, практика лучше критериста, она нас и рассудит. Теперь, почему я надел черную фуражку троцкистскую? Да, почему фиолетовая рубашка. Дело в том, что Москва, Третий Рим – это западная часть преклонения перед Западом. Но Рим – это же Рим. Это хоть какой, хоть первый, второй, третий, четвертый, восьмой – все равно Рим. И это преклонение перед Западом не ведет к победе. И Великая Евразия от Лиссабона до Владивостока в предыдущие иконы розыгрыша большой игры показали полное неумение. Ничего не получилось. А когда речь идет о Новой Орде, повторившейся в цикле, это единое государство Чингисхана. Это социалистический лагерь Сталина. А если посмотреть на наш замечательный флаг, который притащил, значит, чуть раньше это было еще при, значит, Мише Романовом, значит, при Алексее Михайловиче, значит, это вталкивали нам эти... на Русь эту, значит, триколорность. Исконно русское слово триколор? Вот это вот послушайте, это триколор. Веют флаги, да. Красные над пацаном. Да, так вот, значит, когда Петр Первый, значит, великий западник, притащил это из Голландии и из Англии. Откуда он притащил-то? Из Голландии, из Англии. Это масонерия чистая, Вильгельм III Оранский. Вот, все оттуда. Но если синее соединить с красным, получится фиолетовое. Вот поэтому я это ношу. Вот у нас флаг такой. Ничего не меняем. Синий либерализм оставляем. Значит, красный национал-патриоты оставляем. Белое, как сумма всех цветов радуги, оставляем. А красное и синее дает фиолетовый. Значит, цвет правильный, в соответствии с физикой. Цвет флага Евразийского союза, того, что должно быть, он фиолетовый, даже пурпурный. Там ситуация какая? Больше синего, больше красного, соответственно. Фиолетовый или пурпурный? Вот. Жизнь растает. Так вот, к
Кто делает это? Кто эту новую орду тянет? Трактор. Я вам скажу, кто. Большевики Ленинцы наших дней. Поэтому я и надел эту фуражку троцкистскую. Троцкистскую? Да. Потому что троцкизм – это интернационализм. Это не национал, патриотизм. А почему интернационализм? Да потому что народы-то разные и по крови, и по почве. И их собрать можно только на чем-то другом, нежели на национализме. Национализм будет разбивать эти народы, заставлять их дружку с дружкой воевать, резать горло. Я еще раз говорю, большевики-ленинцы, а не троцкисты. Большевики-ленинцы – это есейская часть, а троцкисты – это фарисейская часть. А сталинизм – это садукейская часть, если говорить о основаниях Завета. Большевики-ленинцы – это есейская часть. И кто это такие сейчас? Это Росгвардия! Специально сформированная, в которую вогнали все силовые внутренние составляющие. А кто там, значит, главный пропагандист? Хинштейн. Ну, чтобы было понятно. Там не Иванов, там Хинштейн. Вот. Ну, ладно. Я заболтался. Старый мозай разболтался в сане. Ну, два слова про черный интернационал. Черный интернационал. Почему Великая Европа? У нас в прошлой игре была Великая Европа. Почему черный интернационал. Черный интернационал, понятно почему. Он будет выигрывать. Почему будет выигрывать? Потому что либерализм надо отодвинуть туда, на одинокий остров, в Америку. Пусть они там радостно чего-то делают. А в Европе, нужно вернуть стержень. И этот стержень держит реально Ватикан. Ватикан – это христианство. Но в нынешнем варианте это христианство черного солнца. Это иезуиты. Это те, которые положат жизнь для того, чтобы вычистить из Европы либералов. Убрать их совсем. Кто их союзники? Государственное слово. Да. Да. И это перспектива Европы. Хватит? Да, но да. Мятежный Петр неправильно совершил. Неправильно. Михаил, тебе теперь слово. Да, значит, мир так устроен, что он довольно длительное время, ну, скажем, всегда, несколько десятилетий, иногда там, под 100 лет, живет в рамках некоторых экономических циклов. То есть есть некоторый базовый инструмент получения прибыли, на котором, собственно, все и живут. И доминирующая группа – это та, которая оседлала этот инструмент, либо его контролирует, либо изначально придумала и, соответственно, под него все выстраивала и так далее. Доминирующий экономический инструмент, который существовал после Второй мировой войны, это либеральный финансовый капитализм. Какое-то время ему противодействовал Красный СССР,
А более того, с точки зрения чисто такой абстрактной, СССР мог выиграть в 70-е годы и, собственно, выиграл. Но слабость элиты проектной, которая уже произошла смена политиков на технократов в СССР, большевики, так сказать, первого поколения вымерли, а второе поколение, брежневское политбюро, ну даже уже скорее третье, упустили победу. В результате к 91 году в мире остался только либеральный финансовый капитализм. Но он находился в кризисе, в очень тяжелом, собственно, он же проиграл в 70-е годы. И с 1981 года был запущен последний механизм, который получил название «Регономика», который позволял какое-то время еще держать ситуацию, собственно, добить СССР. К 2008 году стало понятно, что этот механизм больше не работает. И таким образом перед всем человечеством встал вопрос смены экономической модели. Легко сказать, да, абсолютно невозможно предъявить новую модель и вменить ее, если за тобой нету концептуальной поддержки. По этой причине сегодня ключевую роль играют те силы, у которых есть свои концептуальные проекты, собственно, те, которые сегодня сидят вот за этим вот столом. Отметим, что первый раунд был объявлен после того, как, соответственно, где-то примерно в 2011 году стало понятно, что механизм поддержки после кризиса 2008 года уже больше не работает. Я напомню, что в 2011 году произошло знаменитое дело Строскана. Это последняя была попытка финансовой либеральной группы перехватить контроль над ситуацией. И тогда соответственно, когда стало понятно, что этот фокус не получился, он завершился, назывался он «Создание Центробанка». Технологически это была попытка довести до конца Бреттон-Вудскую реформу и вывести под международный контроль не только МВФ, Мировой банк и ВТО, но и Федеральную резервную систему США, то есть институт эмиссии и контроля над мировой валютой. Закончилось это все дело с Троцканом, и стало понятно, что эта система больше не работает. Что либеральные финансисты, сторонники золотого тельца, выражаясь ветхозаветным языком, потерпели поражение, очень серьезное, потому что после 91 года у них было ощущение, что они захватили весь мир. Да, собственно, вот апокалипсис, да, начался. Да? Сатана захватил власть над миром. Не было альтернативных центров силы. А нет, их хватило ровно на 17 лет. Значит, после этого первый, кто выдвинул, протест, прямой протест борьбы против либералов, это был Черный Ислам, который свою партию проиграл, о чем уже уважаемый Петр Адольфович говорил. И в результате наступил момент, когда кто-то должен начать новую игру. Отметим, что та группа, которая была связана с либеральными финансистами, которые у нас называется «Синий проект» Хамитского Вавилона, довольно сильно начала перестраиваться. Почему? Потому что она понимает, что главный инструмент, который у нее есть, эмиссия доллара, во-первых, больше не у них, а он у Трампа. А Трамп – это черный интернационал. А во-вторых, потому что он все равно работать не будет. Смысла нет. Значит, нужно придумывать новые инструменты. Ну, за 3000 лет существования этой группы концептуальной, они много разных вариантов придумывали. Так вот,
Игра в реальности началась, можно указать, день и час. Перелом произошел, это то, что называется казус белли. А 17-18 июля 2018 года, когда вернувшийся из Хельсинки Трамп объявил о том, что финансовая кредитно-денежная политика ФРС не соответствует интересам Соединенных Штатов Америки. Значит, с момента создания ФРС было железное совершенно правило, что администрация Соединенных Штатов Америки, как не обладающая концептуальностью, влезает в дела концептуальной группы либеральных финансистов, не имеет права. То есть фактически это примерно то же самое, что выброс десанта в столице противника. Это казус белли, это объявление войны. Значит, 19 числа глава МВФ Кристин Лагард объявила о том, что политика Трампа ведет к разрушению мировой экономической системы. Дальше, как всегда бывает в таких случаях, какое-то время стороны как бы накапливают силы, и дальше начинается чрезвычайно резкая атака. Резкая атака началась по многим направлениям, начиная от того, что американский адвокат, кстати, с поэтической фамилией Коэн, то есть, соответственно, наш человек, открыто объявил о том, что он готов дать под присягой показания на своего клиента Трампа, что есть там уголовное дело, лишение адвокатской лицензии, еще можно много чего перевести. Он, грубо говоря, поставил крест на всей своей дальнейшей жизни. Трудно даже себе представить, какого масштаба деньги должны были ему быть предложены для того, чтобы он согласился на это. Не такого большого. Достаточно. Вот. Но дело даже не в этом, а дело в том, что после этого началось ужесточение ситуации с Ираном. После этого либеральная Европа объявила о том, что она категорически не согласна с Трампом и отказывается признавать американские законы на своей территории в этой части. Дальше начались санкции на Россию. Нужно при этом понимать, что санкции это накладывает та часть американского истеблишмента, которая находится под контролем либеральных финансистов, и это на самом деле атака на Трампа. И в общем более-менее понятно, что к середине августа более-менее все силы будут задействованы в полном объеме. В частности, например, вчера было объявлено о том, что закрытие завода имени Хруничева отменяется. То есть, иными словами, ракеты нам нужны. А дальше на эту тему можно разговаривать еще очень много, но суть понятна. Мы стоим на пороге радикального слома, потому что то, что начиналось как региональная война на Ближнем Востоке с использованием как бы сил Красного Ислама ИГИЛа, что не смогло... Черного Ислама ИГИЛа, который пытался разрушить вот этот вот либеральный финансовый проект на региональном уровне, еще тогда сил не хватило. Сегодня начинается новый раунд, с учетом всех обстоятельств, можно смело сказать, что сегодня сил на то, чтобы разрушить эту либеральную модель, безусловно, будет хватать. Прежде всего потому, что произошло ключевое событие в базовой стране западного проекта, то есть либеральных финансистов в Соединенных Штатах Америки, пришел к власти представитель другого проекта. И вчерашние санкции против России. А это туда же, я уже сказал, да. Они, это все укладывается вот туда, они да? Да. Это акселерирует все. Да, да, да. И в этом смысле проблема танков и ракет на этом этапе очень актуализируется. Поэтому тут вот я не согласен. Мы перешли в острую стадию. Она будет короткая. Но танки и ракеты в этой стадии понадобятся. И более того, если у кого не будет танков и ракет, он проиграет. Как там сказал великий вождь и учитель Ватикан? А сколько у него дивизий?
На... Ответ какой был? Да. На длинных. А наши-то не видели. На небе. На длинных, но у товарища Сталина были в этом смысле свои. И товарищ Сталин понял, о чем речь идет. Товарищ Сталин с самого начала все понимал. Это он пошутил. Товарищ Сталин все понимал изначально. Да, у него вот в этом смысле, с этой компонентой у него все было хорошо. И с концептуальной, и с мистической. Он это все отлично понимал. Я уже не говорю про то, что он был верующий христианин, православный. Поэтому он очень хорошо все это понимал. Может быть, лучше большинства тех, кто у нас здесь сегодня присутствует. Вот. Ну, а что ты на меня смотришь? Вообще никуда не смотрю. Со Сталиным уже сравнивают. Так вот, значит, в результате. Планка. В результате мы сейчас стремительно вкатываемся в момент острого кризиса, в котором ключевым элементом является, во-первых, наличие некого оружия, который не даст противнику совершить блицкриг. И второе – это наличие воли, которая, безусловно, построена на концептуальной правде. Да? Воли без концептуальной правды не бывает. Она должна быть на чем-то построена. Почему я убежден в своей победе? Потому что за мной правда. А если за мной правды нет, то тише, извините, вот уж основной вопрос, а в каком плену лучше корни. Вот. Так вот, соответственно, наступил очередной раунд, и начал его голубой проект «Сынов Завета». К этому есть много разных объяснений, но одно из них состоит в том, что именно Лондон начал разрушение не Трамп, потому что идея Брекзита появилась до того. Вот явление Брекзита – это переформатирование мира. И будет предъявлена некоторая карта. Значит, экономически логика здесь следующая. Поскольку вот этот вот как бы сатанинский либеральный мир, который стал единый, существовать больше не может, Вавилонская башня либеральной экономики разрушается, язык мировой экономики доллар смешивается и распадается, то ключевой момент, кто будет формировать новые блоки. Потому что в каждом блоке будет предъявлена своя концептуальность. И та концептуальность, которая окажется сильнее, она и победит. Так вот, фокус состоит в том, что первыми свою концептуальность предложил Лондон. И вот теперь мы должны, исходя из наших раскладов, посмотреть, как именно будет разыгрываться эта партия. Еще раз повторяю, война. Если предполагаем, что мы играем двое на двое на двое. То есть Москва играет с Китаем, халифат играет с либералами, ну, в общем, так, собственно... Нет, с американцами. Да. Но, а они так играют. Да, а сыны Завета играют черным интернационалом. Ну, еще. Теперь тогда я, как заказывающий игру, начинаю размышлять, какие должны быть у нас козыри. Да, еще один вопрос. Ну, подожди, давайте согласимся. Логика есть. У меня просто один вопрос. Путин с Си Цзиньпином, значит, американцы подминают под себя, значит, этих самых, а Европа играет с... Есть вариант, что Россия с Турцией, да? Да, есть. Потом, да. Ну, есть вариант России с нами. Не, ну, поменяем. Тогда у меня просто одна просьба или один вопрос. Вот вы сейчас сказали замечательную, потрясающую фразу. Если вдруг евреи сыграют вместе с вами, и еще и с Евразией, ну, с Россией, да, с Новой Ордой, тогда мы всех имеем так, что мама не горюй. Может быть, нам это как-то и продемонстрировать, что вот мы имеем. А что тут демонстрировать? Я вам сразу всех... То есть, и это парадоксально звучит, но это на самом деле, вот если такой выбор будет сделан, грубо говоря, если Эрдоган сумеет договориться, скажем так, с Лондоном, а он сумеет договориться и с Путиным, ну, грубо говоря, то мы весь мир же поставим на кукан. Вопрос-то вот, сыны Завета, это кто?
Это одна цель. Да. Тут персонально есть... кто? Хороший вопрос. Тут есть одна очень интересная тонкость. Тут есть не, нет. Ее уже там нету. Ее уже нету. Есть очень интересная тонкость. Если мы будем играть трое НАТО... Ну это Джейкоб Ротшильд вместе с Вильямом и с Гарри. Ребята, я вам сказал, да, на самом деле, логика была такая, да, если говорить об экономике. Тихо. Логика была такая. Вот экономически, я сейчас не буду говорить про концептуальную, да. Про экономическую логику. Под что строился Brexit? Brexit строился под создание валютной зоны для Лондона. И в качестве этой валютной зоны предлагался арабский мир. Да. Арабский мир. Ну, был давно. Арабский мир. Значит, для того, чтобы построить арабский мир, нужно было решить три задачи. Первая задача – нужно было ликвидировать внутренних лидеров арабских. Это вот Ливия и все остальное. Да, это Египет, попытка Ирак. Да. Второе – надо было внешних игроков убрать, которые претендовали, а это прежде всего Иран и Турция. Ирану предложили свой проект, соответственно, а Турцию толкнули вот сюда, в Орду. А, соответственно, третье надо было сверхзадачу – ликвидация Израиля как сионистского проекта, потому что он государственный проект, не концептуальный. Государственный. Вот это концептуальный. А Израиль – это ликвидация Израиля. И тогда картинка была следующая, что логика такая – есть халифат с золотым динаром с центром в Лондоне. Да. И есть дружественные ему Орда. Евразийский проект. И эти. Подождите секундочку, эти отдельно. А, евразийский проект, которым очень велика исламская составляющая. Но в этом евразийском проекте нет Ирана. Потому что Иран в этой ситуации самостоятельный, пускай региональный, но центр связи. Не договорился. Вот. Значит, это был, он не получился после прихода Трампа. После того, как черный интернационал, но еще не победил, но очень сильно потеснил либеральный проект. Еще внимание. А Лондон, вот этот проект, это не черный интернационал. При этом образуется Евросоюз, как именно черный интернационал, который при этом захватывает часть Африки, а именно французскую Западную Африку. Этот проект не получился, потому что победа черного интернационала в Вашингтоне нарушила планы, вот эти вот голубые, потому что, соответственно, стало понятно, что Израиль ликвидировать не получится. Потому что Израиль это сложная конструкция, да, и она с черным интернационалом пребывает в сложных, но очень долгосрочных отношениях. Я напомню, что, собственно, весь Холокост получился из планов совместных сионистов и, соответственно, Гитлера по вытеснению евреев в Палестину, еще в конце 20-х. Тогда никому, ни тем, ни другим в голову не могло прийти, что будет там в конце 30-х. Вот. Но это, кстати, главная причина, по которой категорически запрещено обсуждать Холокост в Европе законодательно. Потому что как только начнешь обсуждать, тут же вылезают вещи, которые для сионистов совершенно недопустимы. Вот. Значит, сегодня конструкция другая. Она абсолютно другая. И в этой конструкции, соответственно, ключевой является именно Израиль, который в этой ситуации является проектом черного, партнером черного интернационала, что в Западной Европе, что, соответственно, в Соединенных Штатах Америки. И в этой ситуации никакого халифата арабского быть не может. А что касается тюркского халифата, то он экономически неминуемо примыкает вот да, к евразийскому. Да, можно? Да. Вопрос точнее. Так да. Этот вариант возможен? Подождите, ну дайте сказать в данной ситуации. Саш, ну вот как раз продолжение в данной ситуации разговора и заключается в том, что не просто возможен. Так как заказывает игру голубой проект в данной ситуации, то у него единственный вариант в раскладе 3 на 3 – у него единственный вариант объединяться в варианте, в том, в котором мы как раз и сидим, в проекте с красными,
в проекте с русскими. Фиолетовыми. Да. Фиолетовыми, да. И завоев, и главное в данной ситуации, это единственный способ убрать Израиль. То есть заведомо проигранная история между объединением и финансистов убрать. Это единственное убрать силу финансистов. Объединение. Объединение. А теперь давайте по картам. Да? Подожди, подожди. Да. Ну, давайте сыграем. У нас пока 3 на 3, 2 на 2. Если мы играем 3 на 3, то проект Сыны Завета, Красный Халифат и фиолетовый проект Новой Орды выигрывает мгновенно. Потому что он объявляет черви козыри, и с учетом того, что здесь нету бубей, здесь всего одна пика, но при этом туз у нас, и то мы, соответственно, просто все забираем взятки, все взятки, все 9, за исключением, да. За исключением Джордж. Черного Джорджа. Джордж. То есть мы возьмем 8 взяток из 9. Так давайте это посмотрим. Подожди. А теперь давай посмотрим. Да. Это в мировом правительстве есть такое? Секундочку. Конечно. Секундочку. Мало того, это выгодно вот здесь, секундочку. Потому что таким образом охраняется король. Секундочку. А, сохраняется. Автомат. Потому да. Что вот туз. А, но есть, в этом случае играет король. Но в этом случае есть одна маленькая тонкость. Дело в том, что халифат красный не оформлен. Он есть концептуально, но не оформлен организационно и институционально. И вот эти две силы его оформляют. И его очень сильно разыгрывает как черный интернационал в лице Вашингтона. Ну да, эти же должны проиграть. Да, совершенно верно. Вот либерализм с халифатом уже не тянет. Да, попытки, соответственно, сохранить Турцию в НАТО, все понимают, это чушь. Попытки, соответственно, сохранить Турцию как элемент Евросоюза, они уже давно, когда Турцию не приняли в Евросоюз, тема была закрыта. Закрыта, да. Попытка, соответственно, Китая использовать Турцию как элемент моста тоже не работает, потому что Западная Европа скоро перестанет быть рынком потребления из-за кризиса. Но в сегодняшней ситуации, Миша, все равно получается, что 2 на 2 вот в этой раскладке сейчас, да. Они естественные, потому что да. Пока что за халифат впрягается вот сегодня, за турецкий. Да, так вот сегодня ключевой момент, это связано, если мы играем трое на 3, если мы играем трое на 3, то с точки зрения сынов завета ключевой момент привлечения красного халифата. Потому а что есть? Связку с Москвой. Есть, работает. А, и сделается это очень легко. Сыны завета должны объявить козырями черви, которые у халифата. У халифата. Красного. В этом случае халифат четко понимает, за счет чего он становится игроком. Это принципиально важно, потому что ресурсов... А все говорят о том, что это радикальный ислам, что это невозможно, что это запрещено, что это ни в коем случае. Но это как раз попытка либералов, соответственно, сделать их, как это... Черным, а не красным. Недоговороспособными. Да. Перекрасить его в черный цвет. Да. А черный интернационал, наоборот, активизирует старые связи еще тройственного союза. Союза, конечно. По этой причине, вот ключевая задача сынов завета в этой ситуации, это привлечь в связку красный халифат. При этом они прекрасно понимают, что они сделать это из Лондона не могут. Они это могут сделать только через Москву. Это технологически, да? А с точки зрения вот наших раскладов это означает объявить козырями черви. И в этой ситуации Ротшильды абсолютно обоснованно договариваются через Москву с Стамбулом. Да. И абсолютно обоснованно делают на себя и весь приход. Да. А чем мы тогда голову села? И в этой ситуации самое смешное, что мы и сели по... И в этой ситуации... Нет, мы и сели по радуге. И радугу Если трое на три, я даже не буду это разыгрывать, ребят. Потому что это, еще раз повторяю, можно это... Можно на камеру разыграть? Ну, можно разыграть на камеру, но я вам сообщаю. Да, это, значит, это совершенно четко. Мы берем все взятки. Единственное место, где еще можно пытаться взять этот трифовый туз, но дальше нужно просто разыгрывать так, чтобы это не получилось. Поскольку... Нет, либо трифовый туз должен сыграть с Джокером в данной ситуации. Ну, зачем? Да, да. Нет, Джокер, да. Джокер сыграть, потому что ход в пику будет. Но мы-то сначала будем играть по красному. Мы должны хотя бы разыграть для того, чтобы понять, разыграть. Чего у нас и как сбрасывается. Хорошо, давайте, у нас правда, уходит. Правда, мы объявляем черви.
Да? Хозяин игры. Я. Голубой проект «Сынов Завета». Да. Да. А объявляет... Я объявляю козырями черти. И я делаю первый ход. Я хочу, прежде всего, чтобы не сыграли черные карты, которых у нас мало. Сыграть должны наши карты. Дальше. Я хочу понять, как надо передавать правильный ход. Да? Обращаю внимание, вот на этой руке нет червь. А есть только, соответственно, джокер. Значит, по этой причине у нас туз король. Ну давай и... начнем. Давай, рассказывай. Да, я же рассказываю. Говоримся, потом будем брать. По этой причине первый ход, который я делаю ход в короля пику. Пики есть у всех, все мне дают пики. Это я, скорее всего, возьму. А нет, зачем? Я беру. А ты потом туза возьмешь. А зачем? Ну зачем тебе брать? Вы в строй играете. Да. Мы в строй играем. Мы играем, еще раз. Да. Мы играем трое на три. Да, трое на три. Да. Мы одна команда. Я хожу. Так, друзья, секунду, чтобы я успел записывать по очереди и медленно. Но я хожу пиковым королем. Фундаментальные и тайные знания. Оружие победы. Ну, я выбиваю твоего валета. Да, и, соответственно, в данной ситуации медиа социально фундаментальными знаниями поглощаются. Это, кстати, между прочим, единственный вариант, которым можно убрать медиа. Ну, ты сюда ставь, чтобы он каждый свой. Это наша взятка. Ну, я сбрасываю. Ты сбрасываешь мелку. Сбрасываю. Жертва. Тоже сбрасываю. Да, социальная справедливость. Четвертый я сбрасываю. От культурного иммунитета фактически отказываемся, что ж. В этой ситуации отказываешься от культуры. Конечно, зачем же он мне нужен, если тут... Михаил Ильич, а что вы что А с чего ты, значит, зашел? С короля. Два пика. А король это что? Это фундаментальные... Фундаментальные и тайные знания. Оружие победы. Каббалисты положили хорошую карту. Мистику свою. Да, фундаментальную свою. Да. Значит, дальше, соответственно, ты сноси какую-то пику. Да, сейчас, секунду, я не успею записывать. Хорошо? Записывай. Кухню твою любимую, Андрей Петрович. Вот ты вот так вот кладите, да? Поскольку это наша взятка, мы кладем вот так. А те, кто проиграл, те вот так. Не, ну, вот так. Вы, так, да, наоборот, мы взяли. Вы взяли, да. Да, мы взяли, да, вы проиграли. Значит, дальше. Ход на моей руке. Да. У меня больше пик нет. У нас старшие бубны, но тут один король. Поэтому я спокойненько хожу тройкой бубей. Это диаспора. Я хожу тройкой бубей. Так, секунду. Ну да, соответственно, в данной ситуации понимаю, что сбрасываем, то, соответственно, институт гражданского общества сбрасывается. Да, ну кому не нужно. Да. Все, значит, особенно в диаспоре. Значит, с чего зашел? Тройка бубей. Ты диаспор короля. А? Диаспор. Это что такое? Диаспор. Это еврейство, которое кругом. Правильно? Правильно. Значит, я кладу Путина, который все время за круглым столом с Берлазаром, значит, чего-то обсуждают. Вот я его и положу. При этом мы проиграли, под эту же историю проиграли институт гражданского права, что тоже понятно. А мы проиграли еще плюс разведку и сыск. Не сыграл. Разведку не сыграл. Путин договорился с Берлазаром, и ваша разведка не сыграла. Так. Ну, мы институт церкви. Под Путина отдаем. Да. Ну, правильно, красный тюркский ислам мы даем под нашего лидера, что ж. Да. Политика и тюрьмы китайские ушли. Так, все записал? Да. Ход отсюда. Так кто взял? Я взял. Русский ход отсюда. Да. И ход в черву. В пику. Нечего подать. За черву никуда не денется. В пику ход. У всех есть пика. У меня нету. А ты сбросишь треф, она тебе не нужна. Пику. А козырем бить не обязательно? Зачем? У меня есть козырь. Мне пик нет, я возьму козырь. А то есть, ну, если у меня нет, я не обязательно, обязательно? Да. Не обязательно. Ну, тогда я собираю. Зачем тебе туза-то ходить? Туз, пускай старший останется. А как я соберу потом?
Там еще вот будет ход. А, это, если вдруг он возьмет на... На Джокера сейчас заберет. Если он вдруг возьмет на Джокера... Как, пойдет, он на Джокера заберет, у него пика есть. Да. Я, ну, то же... Нет, нет, маленький пикой пойди. Почему? Потому что я возьму на козырь. Он возьмет козырем. У него нет, а, у тебя нет пики? Нет, конечно. Все, только хорошо. Медленно. Да. Чем что называют? Семья и школа, но это не важно. В данном случае это не важно. Семья. Почему не важно? Потому что с чего-то пошли. Ну ладно. Он может взять на Джокера, попытаться. Не, ну за, как я понимаю, у него мать есть. У него мать же есть. Хорошо. Физкультура и спорт на семье. Ну, естественным образом, да. Чисто для семьи. Ну, я способность к восстановлению локальных рынков. Это ты сбрасываешь. Это я сбрасываю. То есть ты не козырь? Вот, да, а я спокойненько. Подожди, он еще не сходил. Раз, смотрите, знаете, куда входит сбережение китайской нации. Куда? Я тебе всегда говорю. Под что? Под козырь. Под что? Они идут под концептуальность и способность конструировать. Сбережение китайской нации. Уходит под концептуальность. Девятка человек. Это серьезный момент. На концептуальность. Да. Я, естественно, в данной ситуации сливаю просто устойчивость инфраструктуры. Да. Вот. Дальше я хожу бубны. Так, секунду. Взятка у... Взятку он забрал. Я Миша забрал. Да. Ходил Петр, а забрал Миша. Наша тройка взяла. Взорную девятку. Да. Дальше я хожу бубной. Маленькой бубной, даже не тузом. Я хожу маленькой бубной. Как называется она? Суд и прокуратура. Я могу пойти тузом, проектный Соломон, и взять сюда. Но я вместо этого дам Пете на козыря. Чтобы он пошел со своей стороны. Почему? Так ты можешь отдать исламу это. А? Ты можешь исламу это отдать по той простой причине, он-то в бубну заберет в данной ситуации. Он заберет, он, да. Он в бубну заберет, да. У него козырь, у него нет дубей. Ну и что, он сливает... А что сливает? А, могу исламу. Конечно, отдашь исламу и все радостно. А там исламу, да, ислам будет радостно. Я хожу в бубну, маленько. Петя сносит. Трифу, который... Ну что, это ислам сначала. Сначала я отдаю в данной ситуации... медиакратию. Да. Руслан, называй карту. Восьмерка, да. Восьмерка бубей, и это медиакратия. Ну, тогда я ему отдаю. Да. Значит, да, я сбрасываю чего-либо, вот, какую-нибудь эту трефу. Как называется? Восьмерку. Самопожертвую. Нет, это нельзя. Вот сбрось лучше пику. То, что пик это туза, нельзя. Зачем же я это заставлю? Туза я еще что-нибудь возьму. Вот она, Ватикан в Москве подсказывает, чего сбросить. Подождите, подождите, самопожертвование, потому что там в бубне у тебя? У меня верность элиты и готовность. Ну, отлично, как раз самопожертвование уходит под это. Абсолютно верно, под верность элиты. Такой на это и должен брать. Ставь какая? Самопожертвование дорогих россиян. Восьмерка. Идет вместе, в этой же связке, конечно, с исламом. Конечно. Называйте карту, 8 крестей. Бубна же у нас, да? Восьмерка, 3. Исполнительная власть, генералитет, кадры решают все. О, как раз это и уходит под исламство. Не сыграли. Да. Не вот. Сыграли. Ну, я вот кладу верность элиты, да. Это вот то, что ценится на самом деле. Да, бубна. Да. А, не, а теперь давайте прокомментируем, что же ислам, так сказать, разыграл? Что он собрал? А я еще не пошел. Ислам собрал преданность своей элиты общепроектному делу и готовность этой элиты к самопожертвованию. Как кто-нибудь, раз самопожертвование русских ушло туда же. А русские поддержали это дело. Ну, у русских сейчас свои элиты. А евреи с чего начали? С суда и прокуратуры. Суда и прокуратуры. Они что такое? Суд и прокуратура – это практически система. Это закон. А зачем нужен закон? Они просто отказались от старой системы. Тему закона. Революционную. Ну да, нам это ваше... Ваш этот закон, гуманин. Да. Латиняне, закон. Лестинянство в данной ситуации. Нет, они скинули. А у тебя самопожертвование народа. А у меня исполнительная власть. А китайцы теряют, что теряют китайцы? Подожди, а это все европейское профукали? Вся система, демократическая власть, вся... Ничего не работает. Самопожертвование. Абсолютно верно. И с единением элиты. А здесь элита сыграла, потому что там элиты, преданной проекту, нету. Нету, да.
да. Народ есть, китайцы, а элиты нет. Смотри, а мы не дадим сыграть черному Джокеру. Миша, подожди себе. Знаете почему? Ну подожди, еще не сыграл. Что интересно, смотрите, исламская верность элиты в данном случае побеждает китайскую управляющую команду политработников. Ну а что делать? Абсолютно верно. А вот теперь я обращаю ваше внимание, джентльмены. У халифата осталось 5 козырей. 5 козырей. Джокер на джокер можно. Он берет 5 взяток. Якобы. Нет, он берет 5 взяток. А джокер? Кунчику. А джокер? Мы оставляем тебя здесь красный джокер. На твоего джокера. И под последний ход красной карты, когда там ничего кроме джокера не останется, мы положим красного джокера. А красный джокер, если ход в красную карту, перебирает черный. Все. Ну, я могу джокер-то выложить раньше. Не можешь, потому что ход в красную карту, у тебя черный есть, ты должен скидывать. Почему? Ты не можешь. Не должен. Мы договорились, что черный джокер бьет. Мы договорились. Нет, черный только черный. Черный только красный. Если нету вариантов. Все, понятно. Понятно. Да. Если вариантов нету, то дальше все понятно. Ты ходишь маленькой червой. Не, ну как? Маленькой. Маленькой, да. Пожалуйста. Тут же. Секунду. На секундочку. Дама червовая где? Дама червовая вон у меня. Ну все. Тогда, соответственно, тут, соответственно, валет. Подожди, давай. У меня нет маленькую черную. Хочешь? У меня тройка. Туз, король, дама просто сразу. Туз, король, дама. Ну вот я ж. Туз. Проектные догматы. Проектные догматы. Туз. Туз. Ты бросаешь там маленькую. Образы ритуала. Да, я кидаю язык английский. Так. У меня уходит карты, я не успеваю. У меня уходит двойка червей. У меня 10 червей. У меня уходит двойка червей, это радости жизни. Сдали. Взаимопомощь. Кидай взаимопомощь. Так, взяли. Профессиональное образование. А теперь давайте обсудим. Теперь королю чего? Подожди. А что мы сделали? Давайте. Я на проектные догматы, мы, вот наша команда, на проекты догматы ислама. Фактически. Государственный ислам. Государственный, да. Это эрдогановский. Да, значит, на проекты догматы. Да, на проектные догматы. Чистый халифат, да. Не-не-не, не чистый халифат. Проектные догматы тюркского мира. Ну, Туран. Да, это совпадает с этой самой этикой. Да, я об этом только хотел сказать, что это самая этика, то есть это проектные догматы, это справедливость превыше всего, бисмиллях и все прочее, туда-сюда, только Всевышний. Это все светское, без самопожертвования. Ну, в данном случае без пафоса, скажем так. Без фанатизма. А второе, я беру, система ценностей, то, что не продается. Это не продается. Черва, и дальше сносим все. Король червей. Да, ты сносишь червовую восьмерку. Что это? Это методология пресловутая. Я кидаю этику. Ну а что тебе? Здесь цифровые ценности. Друзья, прошу карты называйте, я же записываю. Валет червей. В данной ситуации, так как выхода нету, приходится сносить крест и дальше. И треф, семерка треф, это свободное предпринимательство уходит в пень. Туда же под короля. В систему ценностей. Героизм. Ну, нормально. У нас есть... С тобой. Да. Русский да, героизм. Да, да. Вместе да. с исламом. Русский с татарином. С государственным исламом. И с евреями. Не с евреями, конечно. Русский еврей. Майор Гаврилов, главный защитник. Ты будешь карты называть или нет? Был православный татарин. Во. Майор Гаврилов был православный татарин. Майор Гаврилов, защитник Пашков. Был? Все равно, что кладить. Кидай что-нибудь, пику какую-нибудь или треф. Что хочешь? Ну да, пику здесь. Вот, да, что кидаю? Клановость. Тоже верно. Ну это ваши эти самые. Прелатуры. Прелатуры. Под что? По систему ценностей. По систему ценностей. Теперь ходи дальше, козырь. Идеалы, мечты, грезы. Тут же можно нести все, что угодно. Значение не имеет. Ну, главное по названию. Володя, что там? Трудовой капитал. Под идеалы. Под идеалы, мечты, грезы, а что? Я, ленгвист, способность получить помощь извне. Ну, правильно, в общую копилку это и уходит правильно. У меня уходит в данной ситуации бубна, да, как вы это, и это вооруженные силы уходят вместе с ленгвизом, погибают в данной ситуации. Ну, конечно. Да. Они не могут, без консультации не могут.
Труман. Да-да-да. И ракетки не полетели. Ну, собственно, как они и не полетели. Так и не полетели. В общем, с вами произошло то же, что с Советским Союзом в 91 году. Друзья мои, так вот, ресурсы России отдает... Да? Не отдает она на общее дело. Ну еще раз, вкладывает. Мы же про артель говорили, она вкладывает. Да. В общее дело, да. Все, дальше, следующее. Если вы не... Подо что вкладывает? Еще раз прочитай. Идеалы. Идеалы. Мечты. Идеалы и мечты. Чего? Нового царства. Надежда. Надежда. То, о чем ты говорил, надежда. И инновации там же. И инновации там. Проигрывают. Потому что инноваторы-то придут туда, где сила. Они сами к нам придут. Чем мы их будем мучить-то? Если дальше вы не будете называть карты, я не буду... Десятка треф. Девятка треф. Так, дальше. Следующий. Шесть червей. Традиция. Традиция. Ты кидаешь. Госрезерв. Госрезерв. Ну, он тебе зачем уже? Зачем уже? Я кидаю экономическую модель 20 лет экономического роста. Да. Это король треф. Король треф. И, соответственно, у меня как раз та пресловутая цифра. Боже, король треф, вот он. А у меня валет треф, цифровая экономика уходит в этой ситуации, она не нужна становится. С чего заход? С традиции. С традиции. Цифровая экономика идет по традиции. Теперь ты кидаешь. И солидарность нации. Подожди, Петя. В этой ситуации у меня придется сбрасывать туза по принципу, потому что гибнет в традициях финансовая система. Ну и что? Финансовая система, традиции уходят всегда. А цифровую экономику вот мои будут хранить до последнего. Да, на той простой причине. Да, естественно, убьет их Джокер. Поэтому в любом случае... А традиции поддерживает солидарность всей нации. Да. Ведь вся Орда поддерживает традицию. Да. Это туз пик. Да. Так, ну а, соответственно... Я сбрасываю производственный капитал. Да. Новые технологии. Дама трефа. Ну ты их не сбрасываешь, ты их, я так понимаю. Они-то проигрывают. Да, мы-то вкладываем, вы вкладываете. Германия не может поддерживать условия. Так, а кто взял взятку-то? Кто? Кто на козырях сидит у нас? Да. Кто сидит на козырях? И последнее. Самобытность. 4 вечера. И под самобытность самое интересное начнется. Ты сбрасываешь. Я забираю. Искусственный интеллект ушел. Я сбрасываю проектность плана Соломона. А подо что? Самобытность. Ну заберешь ты на небо политику. Ты заберешь на небо политику. Ну, самобытность, красный холивак, самобытность, все, и план Соломона. Ну да, идентификация. Да. Я сбрасываю проектность плана Соломона. У меня как раз уходит цифровая экономика. А я на небо политику ты забираешь. А ты небо политику бьешь черный джок. Я бью, а что у тебя черный? Магия. Небо политику все бьет. Победа. И смотрите, при том, что выиграл на раскладе с заданным Соломоном при раскладе, с планом Соломона, выиграли и король, ну то есть Владимир Владимирович, да. И не политика. Политика. И в принципе взял взятки весь ислам. Слушай. То есть надо вот играть, это правильный разряд евреям, халифату, государству ислама. Правильно. И Орда. И тогда не отказывают. Будем в следующий раз. А Путину надо взять союзники, не политику. И тогда Все, перерыв. Ну, это очень круто, друзья. Русские мусульмане, весь земной шар уделывают только так. Если бы это было в жизни, а кого уделывают? Уделывают Лондон, Нью-Йорк и Пекин. Все, у нас сейчас 5-минутный перерыв, продолжим. Сэр, вы обратите внимание.
обратили внимание, что все игроки на своих местах, кроме двух, Москва и Пекин, поменяли местами. Девятов играет за Москву, а я играю теперь за Пекин. Вот почему, только это тайна. Девятов очень хорошо играл за китайцев и подозрительно хорошо. И мы решили, что он также еще хорошо должен сыграть за нашу родину. Чтобы он сыграл очень хорошо за Россию. А мне ничего не оставалось, меня поставили на китайский фронт, бывшего русского, который играл. Поэтому представляете, кто за китайцев играет? И мы сейчас вдвоем, это за столом два игрока, которые играют за русских. Мы сейчас играем.